Здравствуйте, дорогие друзья! Я сейчас хочу вам рассказать об очень простом приеме по выращиванию овощей вот в таких мини-парничках. Это разборный пластиковый парник. Различные варианты этих парников вы, наверное, видели в продаже. Но суть вот сейчас моей технологии в том, что боковинки у этого парника стационарно закреплены спанбондом. Вот посмотрите. Здесь закреплен спанбонд, и я его никогда не открываю. То есть постоянно вот этот спанбонд у меня здесь на этой дуге. Тут в данном случае просто пришита на живульку вот этот вот спанбонд. А пленка, она просто вот так сверху набрасывается. И посмотрите, как удобно открывать. Вот просто наматывается на дощечку, на планочку на какую-то. И очень удобно все это делать одному человеку. Никаких кирпичей там прижимать не надо с боков, ничего. Вот. Просто мы дальше здесь спускаем эту пленку, и все. Прием очень простой, очень удобный. Вот комфорт при выращивании овощей в этом парнике существенно увеличивается. Ну, почему-то вот мои многие знакомые соседи, когда приходят ко мне, с удивлением узнают об этом способе и думают: а как же мы раньше до этого не догадывались? Вот, оказывается, есть такой простой способ, я им очень давно пользуюсь. Выращиваю здесь вот баклажанчики низкорослые, это в данном случае сорт «Алмаз» у меня, видите, он как раз под тепличку эту подходит. Вот самый высокий кустик, видите, он какой вырос. Все, получен здесь хороший урожай, и тоже перчики были сняты. Вот сейчас у нас уже середина сентября, и тут небольшие вот еще баклажанчики висят. Но основной мы урожай уже, конечно, сняли. Так что вот такой способ выращивания овощей очень даже себя оправдывает, и совершенно несложно при вот такой вот технологии, когда вы видите, вот боковинки стационарно закреплены. Более того, их можно вот эти вот боковиночки снять, вот, и в таком же виде прям их убрать, например, или в сарай, или еще куда-то. Здесь вот у нас в данном случае боковинка даже от другого парничка, вот, можно было прям на эту натянуть. Но уж мы вот в прошлом году сделали к этому парнику, он так вот идеально даже у нас подошел, так что мы менять ничего не стали. То есть вот, дорогие друзья, пожалуйста, если кому-то пригодится такой способ, пользуйтесь, очень удобно.